Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует киевский спортивный магазин «Беловива», который располагается на Харьковском шоссе. Ваше внимание сегодня на обозрение я хочу предоставить велосипедные защитные крылья. Называют еще и болотниками, иногда называют брызговиками. Но по правилам это крылья для велосипеда, для горного велосипеда на переднее колесо. В комплект входит пластиковое крыло и элементы, которые позволяют крепить данное переднее крыло на вилку горного велосипеда. В магазине «Беловива», в нашем магазине, присутствуют два варианта таких крыльев – больше и меньше. Большее крыло, конечно, оно больше закрывает, больше предоставляет защиты. Указано на самом крыле, что это торговая марка «Цефал». Производит это крыло. Модель называется Deflector FM30. Написано, что крепление на вилку горного велосипеда МТБ. В комплекте идет 3 наклейки стикерса, которые позволяют предоставить более красивый внешний вид этому крылу. То есть наклейка в сине-черном цвете, красно-черном цвете. И такой вот зелено-черный цвет, который позволяет сделать красивым ваше крыло. Это наносится вот сюда, на центральную часть крыла. По центру есть углубление. Сюда наносится, получается, одна наклейка и спереди вторая наклейка. Это позволяет комфортно смотреть на само крыло. Не просто какое-то черное, а на самом деле удобное. Следующее. Здесь указано о том, что подходит крыло на велосипед 26, 27, 27 плюс и 29, 29 плюс. Имеется в виду, что очень широкое колесо, у которого до 3 дюймов ширина. Более детально это, конечно, выглядит так. Максимальная ширина внутренней части это будет 5,5 сантиметров, если замерить линейкой, то максимум, который может сюда войти, в верхнюю часть, 5,5 сантиметров. По длине крыло Deflector FM30 имеет размер 48 сантиметров. Крепление устанавливается на вилку, что указано на самом макете. Есть информация визуально, все легко и просто. В комплекте идут вот такие пластиковые зажимы, которые затягиваются и назад не вытягиваются. К этим пластиковым зажимам идут прорезиненные специальные элементы, чехольчики, через которые продевается пластик, и тем самым вот эта резиновая часть увеличивает плотность соприкосновения при натяжении самого ремешка этого и, естественно, не скользит и не царапается. Это резиновая резиновый чехольчик идет в комплекте с крылом. То есть большое количество. В том случае, если вы случайно один испортите, здесь есть всегда два запасных. И чехол, и сама стяжка пластиковая. Поэтому в комплекте много что идет с комфортом, с качеством. Указано, что вес 135 грамм. Крепится на вилку, крепление осуществляется при помощи правой и левой части этого крыла. Здесь идет, затягивается, снизу затягивается, и с другой стороны затягивается пластиковый зажим. И также сверху тоже можно устанавливать зажим на вилку, на корону, как часто говорят. Вот так продевается, затягивается, естественно, сквозь резиновый чехольчик, чтобы не царапать, опять же таки, вилку. В общем, хорошее, легкое крыло на переднее колесо для горного велосипеда от торговой марки Цефал. Есть у нас модель Deflector FM30 большая и чуть поменьше. Она идет уже на велосипед, как здесь указано, максимально 2,6 дюймов ширина. Или как взять и померить линейкой, это будет 4 сантиметра. По длине более короткое крыло, которое называется FM20, по длине оно 36 сантиметров.
Крепление также имеет большое количество стяжек, есть прорезиненные чехлы, чтобы не царапать. Информация очень доступная, все легко указано, даже есть инструкция на русском языке. Если вас заинтересовало переднее крыло для горных велосипедов торговой марки Cefal, пластиковое, то обращайтесь, в нашем магазине данные крылья есть, легко устанавливается. Торговая продукция Cefal всегда качественная. Если вас заинтересовали крылья от торговой марки Cefal, можете прийти в наш спортивный магазин VeloViva, который располагается на Харьковском шоссе. Понравился видеообзор, оставляйте отзывы. Постоянным клиентам скидки. До скорых встреч!